Выезды мобильных бригад в амбулаторию поселка Горки-Ленинские проводятся раз в месяц. Помимо штатных врачей, сегодня жители смогли посетить хирурга, невролога, лора, офтальмолога и эндокринолога. Выручает просто даже вот пожизненная ситуация, потому что многие работают, нужно отпрашиваться или с работы, или еще что-то. А тут вот прям все за один день всех врачей можно пройти. Если честно, я первый раз узнал об этом, что они приезжают сюда. Поэтому первый раз узнал и вот пользуюсь этим моментом, вот прихожу и прохожу все. К амбулатории поселка Горки-Ленинский прикреплено около 7 тысяч человек. Чтобы получить консультацию врача-специалиста мобильной бригады, необходимо записаться на прием через терапевта. Записи разлетаются стремительно. Каждый хочет проверить свое здоровье. Мы предварительно записываем всех, кто нуждается в осмотре. И уже по записи приезжает бригада, и уже все пациенты наши приходят согласно своему времени, назначенному на прием к специалистам, и получают необходимые консультации. То, что выезжают узкие специалисты, это, во-первых, очень удобно для наших пациентов, чтобы не добираться в Видное и другие лечебные учреждения очень далеко. Это очень облегчает и дает возможность нам более качественно и эффективно лечить наших пациентов. В следующий раз мобильная бригада врачей приедет в поселок Горки-Ленинский 11 ноября, но уже будет проводить осмотр детского населения. Помимо этого, ее график расписан вплоть до конца месяца. За это время она посетит 11 амбулаторий округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.